Всем добрый день. Вот, это тот же самый хутор. Вот, грубо говоря, нашли вы кусочек земли. Приблизительно посмотрели, что здесь ничего тут нету. Как он расположен. Где тут что есть. Вот. Потом сравниваете его и подаете заявку. Значит, что касается всех подач заявок. Там разные есть. Можно на выкуп подать, можно на аренду земли подать. Значит, на ЛПХ, на строительство там дома, потом там есть пункт, значит, просто типа соцнайма, в общем, короче, выбирайте то, что вам нужно и под что вы там подходите. Едете в администрацию, значит, в хуторах, допустим, а здесь администрации нету, вот, допустим, 5 хуторов, они относятся к какому-то населенному пункту, и там единая администрация. Вот, как правило, это бывшие сельсоветы. Ну, соответственно, то приезжаете, отдаете бумажки, регистрируете с входящими данными, что вы ее отдали, чтобы они не потеряли, не заныкали там, а то можно и концов от этих бумажек не найти. Вот. Соответственно, в заявлении пишите, что вы там хотите. Потом первое заявление пишется на согласование, значит, границ участка. Вот, если вы напишите, отдайте мне сразу в собственность, вам вернут обратно эти бумажки, скажут, шиш вам, потому как, ну, это будет нарушение регламента, в общем. Ну, фактически вам дадут отказ, вы будете там злиться, а фактически неправильно была написана бумага. Вот, ну, это такие тонкости. Вот, ну, сразу скажу, если вы затеете эту эпопею, в лучшем случае вам, ну, полгода, а то и год придется ходить, что-то там добиваться, созваниваться, вас будут, скорее всего, отправлять, куда Макар телят не загонял. Вот, и если у вас крепкие нервы, и вы капучие товарищи в законодательстве, то тогда стоит начинать эту эпопею. Вот. Но сразу скажу, брошенных таких кусков как бы практически уже нету. Все вот проспахано. Вот я там вдали покажу. Вон, видите, камыш был, все там проспахали. Обычно все брошенные эти земли фермеры знают очень хорошо и, ну, припахивают себе, как неучтенка. Вот. Вот такие вот дела. Всем удачи, до новых встреч.